Короче говоря, буга-буга. Я появился на одиноком острове. Ну как одиноком, со мной еще была курица. Позже к нам подплыл еще один собеседник, он достал топор, посмотрел на меня, подумал, что я дерево, и решил срубить. Понял, что я все-таки негр, переключился на мою подругу курицу, отобрал у нее яйцо и грохнул мою курицу. Я взбесился, крикнул буга-буга и решил отомстить за свою курицу. Через несколько секунд к нам подбежал красный панк, грохнул синего, забрал у него какие-то там ресурчики и сказал: «У нас противостояние, красный против синих». Убежал к своей лодке, сел в нее и уплыл. Я, как истинный неандерталец, достал камень и начал калашмарить деревяшки. Добыв пару бревен, построил из них плот и решил переправиться на другой остров. Взял управление в свои руки и поплыл. Приплыл на еще один остров, который был побольше. Я был совсем голожопый, поэтому пришлось сделать какую-то элементарную накидку из кустов. Начал рубить здешние деревья. Понял, что камнем рубить это очень тяжело, поэтому сделал себе деревянные инструменты. Работа ускорилась, но не намного. Никогда не понимал, как можно срубить дерево деревянным топором. Устав рубить деревья, я переключился на еду. Но ничего кроме улиток на острове не было. Пришлось питаться ими. Улитка была настолько мощная, что деревянный топорик ее не взял. Пришлось долбить камнем. Разжег костер. Решил поджарить мясо улитки, но вместо этого случайно его съел. Через пару минут получил жесточайшее отравление от этого сырого мяса. Психанул и пошел мстить оставшимся улиткам на этом острове. Кинул мясо улиток в кострище и поджарил его. Как только оно сготовилось, сразу же его съел. Здоровье нифига не восполнилось. Заметил плавающее мясо, решил пойти его добыть, в надежде на то, что оно восстановит больше здоровья. Но мясо оказалось разумным и решило ко мне не плыть. Тогда пошел рыбачить. В качестве приманки выбрал себя. Акула была уже ранена, поэтому долго мучиться не пришлось. По-царски закинул рыбу в костер и начал ждать готовности. Достал дубинку и начал сторожить рыбу, пока она жарится, чтобы не украли. Рыба сготовилась. Съел. Здоровье восстановило мало. Съел всю рыбу. Здоровье восстановилось нифига. Начал задувать ветер. Решил сделать себе рюкзак и штаны. Понял, что на этом острове делать больше нечего. Улитки все съедены, дерево почти срублено, поэтому поплыл в другое место. Приплыл туда, где зародился. Увидел, что курица возродилась. Отобрал у нее яйцо. Хотел забрать с собой еще курицу, не получилось. Пришлось ее грохнуть. Приплыл на другой материк. Увидел кучу ягод. Огромное количество куриц, яиц, даже жареные яйца были. Наверное, у куриц здесь намечался пикник, но я им помешал. Разжег костер возле куриц. На глазах у куриц закинул в кострище их подруг. И еще одно яичко. Теперь пикник намечался у меня. Все съел. Здоровье восстановилось, как обычно, нифига. Запалил странное розовое мясо. Понял, что оно разумное, потому что пряталось от меня. Решил пойти пообщаться с мясом. Пока бежал, заметил пещеру. Плюнул на мясо и решил спуститься в пещеру. Спускался и надеялся, хоть бы там не было тупика, а то придется бежать обратно. Наткнулся на какие-то странные ворота. На них была зеленая кнопочка. Нажал. Не сработало. Тогда в ход пустил план Б. Решил ломать эти ворота. Ломал долго, но сломал. За воротами оказалась жилая пещера. Там на скамейке сидел какой-то бомж в каске. Также здесь была какая-то странная желтая руда. Достал свою каменную кирку, но добыть эту руду не получилось. Тогда пошел знакомиться с этим бомжом в каске. Не ожидал от него такой реакции, он сагрился на меня и начал меня калашмарить. Хотел убежать от него, но это не вышло. Снова голожопом появился на острове. Быстро вооружился, сделал плот и поплыл в зимний биом. На суше встретил двух заледенелых куриц. Бедняжки, решил взять их с собой, в надежде на то, что потом разморожу их. Может быть, оживут, яичек мне там снесут в знак благодарности. Взобрался на вершину здешнего Эвереста. Увидел красоты зимнего биома. Заметил гигантскую ползущую фигню. Решил спуститься, посмотреть, что это такое. Это была огроменных размеров улитка. Учитывая тот факт, как я недолюбливаю улиток после отравления, решил ее оседлать. Забыл, что у улитки нет ног. Решил ее грохнуть, в надежде на то, что получу хотя бы кучу мяса. Но она оказалась бронебойной. Забил на улитку и пошел путешествовать дальше.
наткнулся на строение, из которого торчала какая-то задница животного. Решил подойти поближе и узнать, что там происходит. Провел разведку. Вражин в округе не было. Решил зайти внутрь. Хотел взять яблочко. Вместо этого стащил всю яблоню. Целых две. Походу, я люблю не только яблоки, но и кору. Нашел животное, чей зад торчал из этого строения. Это оказался мамонт. Решил его оседлать. Провалился под мех. Сперва не мог оттуда выпутаться, но мне это удалось. Мамонт снова принялся за старое. Пришлось применить силу. Этот жир скинул меня с себя, а сам залез в это строение. Пошел к нему на разборки. Мамонт был странный. С повадками панды. Постоянно куда-то хотел забраться и упасть. Из-за этого он трагически скончался. Зато я получил кучу меха и мяса. Из меха мамонта сделал себе крутую одежду. Теперь я на моржовом стайле. Ну, в смысле, мне теперь тепло. Заметил, что в строение, хоть и не в мое, пробрался какой-то вор. Решил с ним разобраться. Это оказался тот самый бомж в каске из той самой пещеры, который меня грохнул. Поэтому вступил с ним в схватку в надежде отомстить. Через несколько минут пробежки понял, что это была плохая затея. Снова погиб от той же руки. Решил жить спокойной жизнью и построить в этом прекрасном месте халупу. Хотел начать стройку, но заметил пещеру. Решил туда спуститься. Нашел здесь червей. Подумал, что пригодится для рыбалки. Также опробовал новую кирку на камне. Выполз из пещеры, начал строительство халупы. Сперва поставил дом, похожий на гараж. Поставил в этот гараж кастрюлю, чтобы готовить кушать. А также сундук. Куда ж без сундука-то в доме? В итоге получилось, что дом я построил для кастрюли и сундука. Туда я уже сам не влазил. Выяснил, что в кастрюле могу варить траву. А еще позже выяснил, что эту траву я могу есть. Я назвал это травяной доширак. Все это добро нужно было как-то огородить. Решил влепить заборчик. Вспомнил про еду. Поставил ловушки для рыбы. В качестве приманки положил мясо червей, которых нашел в пещере. Пока рыба ловилась, сделал себе мини-курятник. А также получил стипендию агронома и решил выращивать фрукты. Понял, что мой дом приобрел для меня ценность, поэтому его нужно защитить как следует. Решил поставить еще один забор. Случайно поставил модные ворота со звонком. Пришлось теперь делать все как у нормальных людей. В итоге построил кривой забор, в надежде на то, что и так сойдет. К концу стройки решил сходить к ловушкам. Оказалось, что поймал две рыбёхи. Понял, что спокойная жизнь — это не для меня, и отправился снова в путешествие. Наткнулся на огроменно летающий остров, с которого вытекал водопад. Хотел забраться на этот остров при помощи водопада, но выяснил, что я плаваю как камень в воде. Использовал плот. Получилась какая-то подводная лодка. Выяснил, что на остров сейчас забраться невозможно. Решил изучить визуально. Долго изучал остров. Наткнулся снова на пещеру. Пошел разведывать. Нашел уголь. Нашел камень. Нашел медь. Нашел оленя в пещере без рогов. Подумал, что у меня галлюцинации. Услышал, что сверху тоже кто-то копает. Пошел посмотреть. Увидел неразумное мясо. Его съела акула. Поблагодарил акулу за ресурсы. Собрал мясо и ресурсы. Продолжил путешествовать. Увидел еще одну пещеру. Решил заплыть. В пещере была чья-то халупа. Исходя из прошлого опыта, решил ее не трогать. Внезапно открылись дверь. Вышел чувачок и сказал: «Не бойся, иди к нам!» Я сказал: «Иди лесом, я знаю вас», и поплыл дальше. На всякий случай сломал ему лодку, чтобы не преследовал. Морские путешествия оказались очень опасны. За мной вязался красный пират. Пытался от него убежать. Не вышло. Побывал на вулкане. Походил по раскаленной лаве. Понял, что я йог. Долго думал, как переработать руду. В итоге просто пожарил ее на костре. От скуки срубил самое огромное дерево на материке. Из меди сделал себе металлическую каску, металлические сапоги, металлические наплечники. И теперь я как железный человек, который рубит деревья. После длительных скитаний решил вернуться домой. Увидел, что дома нет, его разломали. Остались только курицы. И яйца. Короче говоря, буга-буга.